Здравствуйте, мои дорогие зрители канала Красивый сад и огород И сегодня я поделюсь с вами бюджетным сортом томатов Который очень урожайный, несмотря на свою низкую стоимость Урожайность большая, а томаты какие получаются Очень вкусные, мясистые Сочный и урожайный гибрид идеально подойдет для первого выращивания в теплице Или на открытой почве Этот сорт крупноплодный, супер урожайный Ультраранний гибрид в пленочных теплицах дает до 20 кг с квадратного метра. Томаты начинают созревать уже на 90-й день после всходов. Растения высотой до 2 метров. Первое соцветие закладывают на 7-8 листке, последующее через три листа. В каждой кисти формируются от 7 до 9 плодов массой по 150-200 грамм. Томаты выровнены по форме и размеру. Пятна у плодоножки нет. Мякость очень нежная и вкусная с повышенным содержанием витамина С. Плоды великолепны в салатах. Отлично подходят для получения сока и приготовления соусов. Гибрид устойчив к бактериозу. Все наши соседи-дачники уже давно перешли на этот сорт томатов, потому что такие результаты, как показывает он, больше не встречались ни в одном сорте. И называется этот томат ⁇ Неразлучные сердца ⁇ Многие из вас уже давно сажают этот сорт, тогда бы хотел порекомендовать вам еще два удивительных сорта томатов. Это санька и султан, которые также показывают шикарные результаты. Ну а в следующем видео я вам расскажу еще про интересные сорта томатов, помидоров и многое-многое другое. Подпишись на канал, поставь лайк, пиши комментарий, все читаю, всем отвечаю. И до скорых встреч!